Ура, всем привет! Санвалитель против Петрена. Мы этого долго ждали. Теперь мы это увидим. Как Петрена рассказывает сказок Санвалителю. Либо как Санвалтиэль вернет с небес на землю Петрена. Пять тысяч ПП! Прикол. Сразу Петрен пошел назад. Найс комбо из лайтов. Сразу отходит назад Петрен. Не хочет он флешкиков в блок. В атаке. Развел. Развел на вив броска, либо перри. Петрен повелся, рифнул перри. О, отличный рид. Флешкик. Прямо в лоб. Плохие риды от Петрена. Тут было за гранью моего понимания. Я ничего не понял, что произошло сейчас. Какой-то сверхбатон став сделал Санвалтиэль. И уже у него полный супер после первого раунда. Не за счет Sonic Boom'ов, а за счет тыкания нормалами и вообще попадания в хит нормалами. Бросок удачный. Дайв-кик удачно полетел. Весомый лайфлит у Петрена. О, жесть. Неудача. Настырный какой-то Валтиэль напрыгивает, уже 4 прыжка. Петрен просто не верит, что на него будут прыгать сейчас. Тем не менее, Перри спасает. Нормальный зонинг пошел. Пока не выстреливает. А вот и выстреливает, как только я сказал. Сразу он все свои экс-кирпичи выстрелил. И с напрыжки дилит урон Санвалтиэль. Как просто и как эффективно. Лишний микрофон у меня включен. Счет 1-0, Санвалтиэль. Наполовину прыжками убивает Петрена. Чат молчит. Поменялись сторонами теперь. В принципе, антиэрить надо, прыжки вот эти внезапные. И все будет хорошо. Fight!
Сей джамп. Нормально встал Сан ЛТЛ, ничего не случилось. Два дэша вперед. Довольно атакующую игру какую-то и делает ЛТЛ. Не упускает шанса пофутсить. Вау, Godlike Perry просто вместе нормал, вместе с Sonic Boom проживал. О, развелся Петриен, сам себя развел. Кидает Sonic Boom, потом идет вперед и делает паузу. ЛТЛ. Адванс техники. Гайл. Блин. Empty Jump просто очень круто разводит Петрена с ЛТЛ. Кидает Sonic Boom, прыгает Empty, либо кидает Sonic Boom, идет вперед, потом останавливается и ждет. Третья игра пошла. Давай, Петриен. Нам нужна надежда на победу. Подходит очень близко ЛТЛ, очень быстро. И сует немного нормалов Петриену. А, отлично, SF2 трик. Sonic Boom Fist. Back Fist. С контрхитом комбо. И это раунд. Ху-ху, нифига, с такого ренжа, экс, флешкик. Отлично пользуется Sonic Boom'ом, как открывашкой, ЛТЛ. Петриен ждет ошибки ЛТЛ'а. Не торопит события. Подошел, бэкфист сунул. Кажется, медиум панч что-то там сунул в ЛТЛ. Снова Петриен
попался на этот трюк. Три-ноль. Sunwell TL ведет в сухую пока. Нагловато играет Valtiel. В упор подходит, нормалами сует что-то там. Valtiel еще сегодня играет со мной. А потом уж как пойдет. Если будет кто-то еще. Может, еще с кем-нибудь сыграет? Прям очень близко подходит Valtiel сразу. Фокус атака на Вейкин. Просто классический взрыв мозга. Скушал стандартный гиммик Петрена. Valtiel. Короче, ЛК впал. Да что ж такое творяет Петрен? У него... Ему кажется, у него есть время там на антиэр. А на самом деле Valtiel прыгает эмпти и трип-гвардит его. Ну, не трип-гвардит, а канцелит приземление в лог. Потому что не дожимает никакого удара. И в итоге Петрен улетает в небеса. Нельзя на близком рейнже трейдиться фаерболами с Гайлом. Сменил сторону Петрен. Виф фокусом был наказан. Все под контролем у Valtiel. Даже просто ходьбу вперед законтрил. Че, 24 зрителя не многовато ли? Все хотят смотреть на Valtiel. Просто задвигал в угол бедного Гоукина. Но не стал особо наседать, Valtiel. Классное. Фокус поймал. Фокус.
И паниш флешкиком. Адванс техник. Мини-ресет. Не стал уже терпеть Петрен. О, эртроу, круто. Наседает Петрен. Оу, оу, это был не реверсал флешкик. Немного отложенный. Софтокорректился. Первый уровень фокус атаки уже попробует Валтиэль. Быстрая анимация ФДЦ у Гоукина. Не все привыкли к ней. Будет комбо, да. Конферм. К счастью, за Гайла конфермить в ультре — это самая легкая, наверное, версия СФ для конферма за Гайла. Два фокуса. Как мага поступает Валтиэль, Ваниля. На этот раз на фокус ловит уже Петрен. И получай комбу с ультрой со станом. Преимущество по метру есть у Петрена. О, дайвкик перебивает антиэр. Отличная ситуация для Петрена. И паниш забирает игру Петрен. Очень хорошо. В конце еще и развел на флешкик. Заморочил голову. До такой степени, что ВЛТЛ сделал флешкик на вейке. Первая минута боя пошла всего лишь. Сразу летит Петрен. Демон флип. Имба. Это обычный дайвкик. Здоровается с Гайлом. Все пока хорошо. Теперь уже Валтиэлю надо сделать снова что-то такое ментально взрывающее голову, чтобы Петрен снова почувствовал себя плохо. Читает Петрена. Air to air, и сквозь даже хадукин гоукиновский пробивается Валтиэль. Отлично, антиэрит Петрен, готов на этот раз. Уже не флешкик, нет, и не экстацию своей, а нормалами антиэрит, заметьте. Чтобы лишний раз не улететь. Да, трейд, все что надо тут Петрену. Вылетел из-под иксового суникбума даже. Я не знал, что так можно вылетать на демон флипе. Комбо. SF2, кстати, комбо. С джамп-лка фирс прямиком. За Гайла можно так делать в SF2. Sonic Boom!
какая-то чистая игра пошла от Петрина. Ой, тут был готов Санвел Тиэль, отлично. Снова не реагирует на ФДЦ. И Петрин, несмотря на то, что сам запрыгнул в угол, забирает, Суверхеда забирает игру. Что-то понял он в этом матчапе. Петренто камбэкается потихоньку по ходу Бандолера. Привет. Да, я однозначно во что-то врубился в этом матчапе Петрен. Матчап Гоукин против Валтиэля, не против Гайла. Больше зонинга от Валтиэля, в этот раз меньше ходьбы вперед. Чисто откидывается Петрен, но пропускает на прыжку. Фирс, бэкфист. Бэкфист, слава богу, хоть по сидячим промахивается, чем пользуется Петрен. Свипает он Валтиэля и уходит в другой конец экрана. Ой, опять на empty jump привык реагировать Петрен, что всегда у него выходит кидать хадукин и сразу еще и антиэри, и текстации. Но против empty jump это может не сработать. Ой, встает с флешкика, обалдеть, даже в такой ситуации. И удачно. Но Петрен завершает своим воздушным антиграунд захватом. Антиэр флэтинг хадукином. Всегда приятно видеть. Одно из самых приятных зрелищ в СФ это когда антиэрят хадукином. Любым прожектайлом. Круто перебивает он своим флешкиком много чего. И нет, опасно антиэрить дайвкик с Димон Флипа. Или что там был, обычный дайвкик. Не рискует Петрен панишить дабл свип от Гайла. Дэш вперед после блокстринга. Простреливает Гайл Гоукина. Может быть обвинен в ВХ. Летает Петрен как сумасшедший. И ловит его Валтиэль. Матчпоинт для Валтиэля.
копит метр Петрен. Пользуется чарджем Гайла. Но все равно Хадукин и Голкин летят с одинаковой скоростью, так что у Гайла, в принципе, всегда есть время заматчить Хадукин своим Соник Бумом. Не паниш этот дабл свип. Я неправда не знаю, что там за Голкина можно вставить между двумя свипами. Хотел улететь на вертолете из угла, не вышло. Вертушка была сбита американским стингером. Ой, находит какую-то нереальную лазейку Петрен, но все равно лайфлит пока у LTL. Клатч момент. Стейрдаун. Ой, перехватывает воздушным броском. Охренеть. Такая реакция от LTL. Очень круто. Счет 5-2. LTL побеждает. Да, это было жестко. Перехватить такой быстрый спешл своим воздушным грабом на реакцию. Довольно-таки круто. Что-то понял там Петрен в матчапе. И в третьей, ну вот в этой последней игре тоже только чуть-чуть ему не хватило, чтобы выиграть. Так что в будущем можно ожидать, что будет уже посильнее справляться с LTL. Ну, дальше, видимо, моя игра будет сейчас с LTL, так что стримить будет Петрен. Я завершаю. Всем спасибо. LTL крутой. Онлайн-плеер.